Это видео по сбору перьев для экзотического квеста ворона «Хищная птица». Всего на данный момент найдено 5 локаций перьев, плюс еще несколько можно получить из сундуков за убийство финального босса 10 перьев и за убийство второго босса еще 7. Их можно получить на каждом из 3 ваших персонажей, в отличие от тех, что лежат на земле. Всего получилось собрать за неделю в прогресс квеста 78 перьев, потому что 3 персонажа. И, вероятно, остальные получится обнаружить только на следующей неделе. Однако это совсем не вяжется с триумфом Искатель Света, который требует собрать все перья за одну неделю. В любом случае, когда перья оставшиеся будут обнаружены, мы напишем об этом в группе ВКонтакте, и я, может быть, выпущу еще короткое видео на канал. Если у вас есть какие-то свои соображения или подсказки, пишите в комментариях, ну и следите за обновлениями, чтобы не возникало вопросов.